Идан Стар лучше всех принимает Миррабарс. И первый выходит в поворот, но по бровке движется уверенно в Газовец. И в Газовец выходит вперед. Газовец возглавил скачку, Миррабарс второй. Остальные кучно замыкает далеко-далеко сзади Эльдаш, неудачно принявший старт. Итак, по противоположной прямой. И в Газовец по седлом Магомеда Измайлова возглавляет скачку Миррабарс второй. На третье выходит Сити Сликер в желтом камзоле Айдамир Шегушев. Тут же полевой стороной Кайрат Дактурбаев и Хай Флоу. Дальним полем Сэнди Голд. 400 метров пройдены за 26 секунд. И в Газовец. В Газовец идет довольно резво и уверенно. Диктует пейс с преимуществом корпуса эдак в 4. Миррабарс на втором. А тут же Сити Слипкер как-то не добавляет, отпадает наоборот, хотя выглядел он здорово, но, может быть, не стали его к этой скачке точить. Ну и на Сэнди Голд. Сэнди Голд выходит на второе место. В Газовец лидирует и уверенно лидирует в Газовец при выходе на финишную прямую. В Газовец впереди на втором месте, нет, Михаил Симанкин, Мадина Голд выходит на второе место. И сможет ли она достать лидера? Скачку ведет в Газовец, на втором месте Мадина Голд, остальные отпали. В Газовец уверенно лидирует по финишной прямой, приближается к финишу. Мадина Голд растеряла, по-моему, уже силы, там бросок делает волгоградский Хайфлоу. Но в Газовец первый. Мадина Гол второй, Хайфлоу вышел на третье место.